Ко мне о встрече обратился только господин Фюле. Действительно, встречи были и с послами, и с иностранными гостями. Но о встрече конкретно с Тимошенко меня как генерального прокурора впервые попросил господин Никто Фюле. Из иностранцев, приезжающих, поставленных, никогда вас... А если теперь попросят? Будем принимать решение. Вы, как говорится, прецедент создали. Будем принимать решение.